Спросите у любого взрослого, куда он мечтал попасть, когда был пионером. Каждый второй ответит. В Артек. Провести лето в этом месте мечтают и современные школьники, но приезжают сюда только самые трудолюбивые и упорные. Мальчишкам и девчонкам из детских домов Симферополя и Севастополя повезло оказаться здесь на один день. Для ребят провели обзорную экскурсию по территории лагеря, разрешили повеселиться на скалодроме и веревочном городке, познакомили со сверстниками из других городов страны. Побывали на мастер-классе и сделали игрушку. И некоторые люди были на моделировании, ну, на робототехнике. И мне это очень понравилось, что я делала сам игрушку. Один день в Артеке – это совместная идея дирекции Черноморского лагеря и руководителя регионального управления СК России. В рамках сотрудничества здравницы и ведомства стороны договорились наладить еще и работу по проведению вот таких светлых и радостных выездов для социальных учреждений, над которыми шефствуют офицеры Крыма и Севастополя. Это детские дома и школы-интернаты, где живут и воспитываются дети-сироты и те, кто остался без родительского попечения. Словом, все, кому особенно нужны внимание и забота взрослых. На протяжении нескольких лет у нас действует здесь смена «Юный следователь». Сюда приезжают ребята, которые отличились в конкурсах под эгидой Следственного комитета. Ну и, безусловно, здесь они постигают, так скажем, азы криминалистические, следственные. Это все-таки интересная профессия, одна из самых благородных – это служение своему государству. И, конечно, здесь мы видим отклик со стороны тех же детей, которые принимают непосредственное участие во всех этих процессах. Ну и впоследствии мы видим, что часть из них свою дальнейшую жизнь связывает с юридической наукой, с юридической дисциплиной. И впоследствии, конечно, мы каждого из них рады видеть в своих рядах. Новые знания, эмоции, а еще приятные подарки от лагеря на память о сегодняшнем дне. Девчонки и мальчишки признались, что такого насыщенного событиями выезда в их жизни еще не было. 1 сентября эти ребята сядут за парты и будут стараться учиться на одни пятерки, чтобы в будущем снова вернуться в Артек.